Многие помнят игру NFS Underground 2, а также многие смотрели раллийные выпуски 2000-2010-х годов, где вот именно такого цвета Subaru Impreza VRX STI выигрывала неоднократно у других конкурентов в гонках. Mitsubishi Lancer Evolution, Mazda RX-8 и так далее. Задача перед специалистами из ультравыхлоп стояла в следующем. Не заузить выхлопную трубу. Моя выхлопная труба просто превосходна. Сделать количество резонанса меньше в комфортном режиме. Для специалистов из ультравыхлоп необходимо было изготовить заднюю часть на 76-й трубе, но иметь возможность регулировки, чтобы выключить громкий режим и на тихом режиме в комфорте проехать, чтобы не получить 12.5.1. Чтобы сзади пассажиры сидели в комфорте и чтобы в целом передвигаться на дальние расстояния. Что мы предприняли? Мы изготовили на нашем производстве двухрежимную банку. У нее громкий режим 76-й, тихий режим 63-я труба. И, соответственно, разница в звуке, она получилась средняя. Но самое главное – это гул в салоне, который мы убрали. При этом как на открытой заслонке его стало меньше, потому что прошлая банка, она неимоверно громко ревела и гудела в салоне, было абсолютно дискомфортно. Так и в тихом режиме сейчас стало гораздо комфортнее.